the invading force is holding the city hostage and threatening wholesale slaughter should any outside army breach their roadblocks. But as of yet, they have made no demands of the UN and have not contacted Beijing. Good. You're up and moving. Come with me. Most of Shanghai is trapped. We're the last functioning hospital inside the barricades, and we've been under constant attack. We're used to it. I don't like mercenaries. I don't like what you do or why you do it. But I require your help. I saved your lives. Now you will help me save many more. What can we do? Get our backup generators running. Then hold off the invaders until we can evacuate the hospital. I'll be guiding you by radio. Yeah, listen, pal. We don't really have a dog in this fight. We just want to get the hell out of Shanghai. We'll do it. But only if you get us out of town once your people are safe. It's a deal. My name is Wu. Какое у нас сложное задание было двигаться дальше. Нам заплатят 20 косарей за то, что мы перезапустим генератор. Я на такую работу соглашался почаще. Поехали. Да, готов. Тишина. Отлично. Один есть. Хорошо, друзья. Один заложник спасен. Итак. Ты его спас, да? Да. Это чтоб наверняка. Чтоб не встал уже. И этот спасен. Позволь, я только посмотрю. Может, здесь что есть? Здесь ничего нет. Забили мужика просто. Куда мы там движемся? К двери, ядрить, это же гениально. Что, перезапустим генератор? Давай попробуем. Я думал, тебе моя помощь нужна. По-любому. О, видишь, 20 косарей сразу. Ну, слабо. Больничка платят, да? Доступ, говорит, найдите. На второй этаж. Ну чё, вы по лестнице сейчас поднимемся. Опа. Вот как опять, да? Вот мимо. Опа-на. Щита. Отлично. Одним парнем... Щит это не наша проблема главная. А где он? Может, мы его убили? Да, готов. Ха. Все-таки гранаты не оставят никого равнодушным. Это счастливец, а? У
Воу. Я пойду гляню, не лежит ничего на полу. Нет, ничего нету совсем. Чем-то похоже не на больницу, а на хранилище. Да что ты прыгаешь, как имбецил? Ой. Ты что, упал? Поскользнулся? Да. Наступил на краба. Ты же знаешь, они всегда ходят парами. И вообще, я предлагаю щит взять. Как ты на это смотришь? Да неплохо. Ну что, ты присоединяешься? Да, поехали. Там еще два щита. Ну что, красава? Вообще. Да. Точная очередь в глаз. Хорошо, и там у нас ждет парнейший еще. А щит-то у нас еще справа, посмотри. Давай, ты направо смотри. Как там? Все нормально, никого нет. Так. Назад глянешь, да? Mm-hmm. Да, не оттуда, походу. Я чтоб ты чуть правее встал. О, правее? Что я не вижу, да, вот так. А назад ходил, посмотри. Граната, что-то. Валим. Граната. Да я с щитом. Сколько у него жизни? Совсем чуть-чуть осталось. Жизни у щита, брони. Целостность его, как еще выразиться. Давай я пройду вперед уже. Ну ты давай за мной. А вот щит. Отлично. У нас будет новый щит. Так, давай, наверное, ты теперь. Возьми, ну, только давай, целый. Я возьму. Да. А где? Кто, где он? Ты слышал? Да я слышал, он не могу понять, где это. Впереди, может? Может быть, я пошел вперед смотреть. Да, вот где-то здесь, наверное, он. А-а-а. Пацанчик. Четкий пацанчик, да? The hired help. I'm friend. Follow us and stay close. We'll get you out of here. I can help. I know the fastest way. It's up here. Do the storeroom. Hey, kid. Seriously, babysitting? It might be useful. You can get through here. Come on. Придется бросать щит. Нет, только не это. Только не бросать щит. Word's not half bad. Let's go. Эй, пацан, какого хрена ты тут делаешь? Я тут потерял своих родителей. Хочешь, мы найдем? Только ты нам заплатишь. Но у меня есть только сникерсы. Ну что, сойдет. It's this way. Boost me up there.
Alright, kid, we'll help you. Don't worry. Just stick with us. Okay. But I can help you. Смотрите, я сейчас буду ссать на вас, а вы откроете рты и делаете. Прыг-скок. Куда нас привел пацанчик? Привел нас в кинотеатр. Ну что? Ловишь его? Надо попробовать его взять. Пометишь? Да. Взял. Всем лежать. Так. Ты какой-то аморальный. Я не люблю. Ну что, спасаем заложников. И что у нас по заданию? Найти доктора Ву. 30 косарей за доктора дают. Куда идти? А, понятно. Я думаю, что не надо торопиться пока. Не, детей не будем привлекать. Не надо. Да? Откуда они идут? А вон там РПГ с того здания. А, то есть надо наверх подниматься, по идее, да? Ну да, туда будет нам проще стрелять. А я сижу как раз в твою сторону, полюбую. А где он там снайперку увидел? А, вот как раз. Ага, ее так не взять. Ну и ладно. Ну у тебя ж есть, зачем это надо? Я что-то пока вообще ничего не... А, тьфу. Смотрю куда-то не туда. Где-то снайпер вот. Эй, тут куча. Включи на консоли, я поотмечал всех. Ага, хорошо. А что-то у меня она не включается. Реально не включается. Ну, бывает. Я так, на ощупь. Мне просто дым закрывает некоторых. Нехилый там мужик с пулеметом пришел со своим. Я вам в глаз попал. Так, на снайпе патрончики закончились. Это же достали, да?
Да, надо поближе подойти, так легче, да, попасть. Mm. Ты снайпера видишь? У того, которого ты убил? А я его убил. Покалечил точно. Да, вроде. Ой-ей. Ой-ой-ой, из коридора поперли. Ага. Ой. Выходи, подлый трус. Пойду поближе подойду. Посмотри ему в глаза. Я повыше пока заберусь. Ну вот и все. И не говори. Вандалы. Давай гранаты, давай гранаты. Сюрприз. Красиво. Че? Нифига себе. Да, не граната устойчивая, оказывается. Но тапок. От тапка еще никто не спасался. Да? Да. Мужик, здорово. Так, что же, все, получается, да. Лезем вниз. Все равно больно. Когда пацан сюда успел пройти? А, по канализации, по вентиляции. Телепортнулся. Оу. Назовем его Светлячок. Красавчик. Симпатяшка. У меня аж глаз задергался. Стой, надо было вдвоем начинать. Друзья, вот почему он светлячком называется. Смотрите, как светится. Ага. Ты знаешь, тебе лучше обойти его и поднять его потом. Я сейчас пока отползу куда-нибудь вот в сторонку. Ай, он идет ко мне. Ай, собака. Давай стреляй по нему. Сволочь, смотри. Там маньяки. Друзья, это маньяк. А что? А, он меня жжёт. Да? Да. А их там несколько, походу.